Принятие грузинским парламентом в первом чтении законопроекта о прозрачности иностранного влияния тревожит Евросоюз. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил, что такой закон не соответствует нормам и ценностям ЕС. Его принятие негативно повлияет на евроинтеграцию Грузии. У стен парламента в Тбилиси не стихают акции протеста. Их участники считают документ копией российского закона об иноагентах. Раскритиковал его и Госдепартамент США. We think that civil society, journalism, media organizations are cornerstones to any democratic society, and we urge the Georgian government to heed warnings that this bill is not in line with the European Union's norms and values, and it certainly would negatively impact Georgia's progress on its EU path. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон, если он будет принят в третьем чтении. Но правящая партия может преодолеть вето, набрав 76 голосов, и тогда документ подпишет спикер парламента. Законопроект практически идентичен отозванному правящей партии в прошлом году после крупных уличных протестов.